22 ноября уральские школьники и студенты выпускных курсов колледжей и техникумов выйдут с дистанционного обучения. Такое решение сегодня приняли в оперштабе Свердловской области. Региональные власти озвучили решение по проверке QR-кодов в городском транспорте и при продаже алкоголя. Этих мер вводить пока не планируется. Но если эпидобстановка не улучшится, предложение вновь рассмотрят. Что касается путешествий в поездах и самолетах, введение QR-кодов уже прорабатывается на законодательном уровне правительством Российской Федерации. Принятые ограничительные меры способствовали стабилизации эпидобстановки в Свердловской области. Снизилось количество тяжелобольных пациентов. 1500 ковидных коек вернули плановой медицине. Кроме того, власти региона сообщили, что в ближайшие дни в область поступит еще 50 тысяч доз спутника Light. В регионе вакцинацию от коронавируса уже прошли 43% населения. Это 1 845 000 человек. Мы фиксируем уменьшение количества тяжелобольных. Это можно считать следствием усилившегося процесса вакцинирования населения, которое произошло чуть больше месяца назад. Я еще и еще раз прошу всех крайне ответственно отнестись не только к своему здоровью, но и к здоровью своих близких, родных. Помните, что в ряде случаев промедление с постановкой вакцины будет стоить жизни вашим близким.